Южноуральцы стали чаще обращаться к стоматологам, но реже долечиваться до конца. Поэтому главные дантисты области решили дать жителям несколько рекомендаций. Напоминают, какие услуги бесплатны. Лечение кариеса, лечение осложнений кариеса, то есть это пульпиты, периодонтиты, а также экстракция зубов, то бишь удаление зубов. И сложным манипуляциям можно отнести, к примеру, резекцию верхушки корня. Это зубосберегающая операция, то есть когда у нас убирается очаг воспаления вместе с частью корня. В целом, по обычному полису пациентов готовы вылечить 8 стоматологических больниц области, а также около 130 отделений и кабинетов. Дантисты напоминают, лучший способ бороться с кариесом и пульпитом – это профилактика. Нужно пользоваться зубной нитью и чистить зубы дважды в день. Даже детям с молочными зубами. Дают стоматологи совет и по отбеливанию. Для детей оно под запретом, взрослым не повредит, если проводить процедуру не чаще, чем раз в несколько лет.